Месье Антуан, почта. Отлично. Неси в штаб, а я пойду позову мэтра. Ага. Так, еще Вашингтон Пост, большая статья в Таймс, в трех немецких изданиях, в двух итальянских. Хорошо, хорошо. Угу. А где же проворот, Руперт? Я же объяснял. Я утверждаю, что найденная нами конструкция с медными засовами – не что иное, как Скейские ворота. Они были символом Трои. Так же, как для Берлина Бранденбургский, а для Парижа сегодня Триумфальная арка. Гомер упоминает о них неоднократно. Я так и написал. Это все редактор. Ах, ладно. Вы хорошо потрудились. Мистер Дизли, спасибо. Вот сигануло. Что там, Василий? В Саратове крестьянка Марфа Башмакова, убоявшись быка, перепрыгнула яму шириной 8 метров. Ну надо же. Вот. А что местные газеты? София, что у тебя? Про нас ничего не пишут. Я так и думал. Визирь женил старшего сына. Готовится закон о национальном достоянии. Это еще что? Непонятно. Опасный преступник Теодор Савидаки сбежал из тюрьмы Кюр-Дувар. Прежде побег из ее стен считался невозможным. Вот тоже необычный случай. Человек может преодолеть любую стену. Это объяснил мне один китайский монах. Кстати, господин Шлиман, а ведь вы не рассказали о своем путешествии по Китаю. Вы написали известнейшую книгу, и многие европейцы узнали эту страну. Не преувеличивайте, Руперт. Книгу я написал, но Китай во многом так и остался для меня загадкой. Лошадей бы где раздобыть. Во-первых, пешие прогулки полезны для здоровья, Василий. А во-вторых, вот и местный житель. Верно говорил Генрих Эрнестович. Самобытный народ. Чего он сидит-то? Место вроде не бойкое. Зато и конкурентов нет. Уважаемый, как нам попасть в Линчжоу? Линчжоу? Да-да, это там. Купите что-нибудь, господин. Недорого. А у вас есть рисовая бумага? Очень хорошая, очень белая. Очень белая. Угу. Купите, господин. Угу. Мне нужно 20 листов. Для вас, господин, 2 юань стоит. 2 юаня за 20 листов? Недорого? Нет, господин, 2 юань за листочек. Недорого. Милый, разве у тебя нет бумаги? Такой нет. Очень хорошая, очень гладкая. Ну, хорошо, хорошо. Я согласен на вашу цену. Но дайте что-нибудь еще. Одна бумага столько не стоит. А что, что-нибудь? Милый, ну, зачем тебе? Дорогая, дорогая, не мешай, пожалуйста, дело принципа. Вот как раз 2 юаня. Есть вот куколки такие. Вся династия Цинь. О. Дорогая, хочешь веер? Нет. Беру веер. По рукам? По рукам. Веер по 3 юаня. За половину цены. О, нет, 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 не согласен, не согласен. Вот. Господин хочет смеющийся Будда? Да. А что? И в Мексике мы были. И в этой, как ее, Аргентине. А теперь Генрих Эрнестович хочет посмотреть на вашу стену. Стена очень большая. Так мы же никуда не торопимся.
Это кто? Простите, что отвлекаю вас от трапезы. Ничего, ничего. Я уже закончил. Доброе утро. Я знаю, вы доктор. Да. Откуда? Я здесь совсем недавно. Вы очень хороший доктор. Спасибо большое. Я надеюсь, что это так. Что-то случилось? Кто-то заболел? Моя золотая рыбка заболела. Она совсем не плавает и ничего не ест. И смотрит грустно-грустно. Простите, мадемуазель, я никогда не лечил золотых рыбок. И, если честно, не знаю, как это делается. Но я попробую вам помочь. Он как дракон? Грозный? Хуже. У того еще пасть зубатая. А в Африке? В Африке знаешь, какие крокодилы? Вообще не поверишь. Василий, вот когда мы были Василий, я ненадолго, тут нужна медицинская помощь. Кому? Ну, в общем, я сказал, я скоро. Ага. Слушай, а дракон он какой? Значит, тебя зовут Юй. Да, это камень в горах. Он очень красивый. Тогда подходит. А что означает твое имя? Я не помню. Как, ты не помнишь, что означает твое имя? Ну хорошо. Антуан значит умелый целитель рыбок. Тогда подходит. Больше намучишься, чем наешься. Смотри, как это делается. Видишь, одна палочка по этому пальцу, вторая здесь. Попробуй. Пора бы им изобрести ложку с вилкой. Нет, милые, они не хотят изобретать ложку, иначе давно бы уже изобрели. У них нет такого понимания прогресса, как в Европе. И нам нужно к этому приноравливаться. Попробуй еще раз. Вот, смотри. Простите. Ну и что все это значит? Ну хорошо. Да, видимо, Антуана мы уже не дождемся. Василий сказал, что он пошел лечить какую-то девушку. О, он известный врачеватель по чести девушек. Доктор с мировым именем. Во всем Китае лучше не нашлось. Но он же везде за ними бегает. Неужели Китай должен стать исключением? Тем более, это страна с такими крепкими традициями. Я хотел, чтобы он тебя сопровождал. А ты останешься в гостинице? Попробую записать свои впечатления, некоторые мысли. Я должен работать над книгой. Ну, хорошо. Пойду с Василием. Так хочется посмотреть город, раз уж мы сюда приехали.
это еще что такое? Ерунда какая-то. Что же все это значит? Смеющийся Будда на пустом поле. Именно так был создан мир. Таким и остается. Меня здесь все зовут дедушка Ляо. А вы? Господин Генрих Шлиман? Да. Здравствуйте, господин Ляо. Ждете соперника? Простите. Разрешите предложить вам партию? Хорошо. Давайте сыграем. Но у меня к вам просьба. Я слушаю вас. Расскажите мне о смеющемся Будде. Пожалуйста. Приятного аппетита. Уберите ее! Убирай, я сказал, убирай! Пошли вон! Фу ты, господи. У вас все в порядке? Угу. Ну и слава богу. Василий. А? София! Некоторые в Китае считают шахматы глупым занятием. Ну что вы, шахматы – это игра мудрецов. Будда играл в шахматы. Они помогают нам многое понять. Наша жизнь – это тоже игра, господин Шлиман. Шахматная партия, в которой ходы противника не могут изменить финал. Потому что все происходящее с нами от рождения до смерти – это только иллюзия. Шутка смеющегося Будды. Недалеко от города находится буддийский монастырь. Там хранится древняя реликвия, статуэтка смеющегося Будды. Ей более 2000 лет. Ну, должно быть ценная вещь. Очень ценная вещь. Смеющийся Будда дает великую власть. Тот, кто его обретет, станет хозяином мира. Даже так? А мы так. Генрих Эрнестович! Что с ней? София! Доктор, вы уверены, что это поможет? Абсолютно уверен. Сейчас ей станет лучше. София! Тихо, тихо, не трогайте. Я все сам сделаю. Ложитесь. Так надо, дорогая. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Не волнуйся, Генрих. Ой, голова как болит. Ничего страшного. Завтра еще раз повторим. Не надо. Я надеюсь, мой доктор наконец появится.
Господин Шлиман, мы его уже принесли. А вы кто, позвольте узнать? Начальник полиции Йонг. Господин Шлиман, я рад приветствовать вас в Линчжоу. Здесь у нас хоть и провинция, но нам известно о ваших научных достижениях и о знаменитой коллекции древностей. Сам губернатор предупредил меня о вашем приезде и просил оказать помощь. Вы очень любезны, господин Йонг. А что случилось с Антуаном? Пока не знаю. Где он сейчас? Прошу. Антуан? Антуан! Доктор, оставьте мою жену, у вас новый пациент. Сейчас, Антуан, сейчас. Сделайте одолжение, господин Йонг. Пойдемте со мной. Вы как раз вовремя. Что значит, верните Будду немедленно? Понятия не имею. Вот, единственный, который у меня есть. Вряд ли речь идет об этом брелке, господин Шлиман. Точно такой же можно купить на любом базаре. Кстати, чем вы занимались последние несколько часов? Работал. Здесь, в номере. Потом играл в шахматы. С кем? С дедушкой Ляо. Пожилой господин, он тоже постоял из гостиницы. В гостинице нет постояльца с таким именем. Если он появится снова, в контакт не вступайте. И немедленно сообщите мне. Уверяю вас, он не опасен. Позвольте мне решать, господин Шлиман. Вы в Китае, а не в Европе. Вы можете не понимать, что опасно, а что нет. Мои самые худшие опасения оправдались, господин Шлиман. Они ни перед чем не остановятся. Кто? Вы мне можете, наконец, объяснить? Видите ли, недалеко от города есть буддийский монастырь. И как раз в день вашего приезда из него была похищена священная статуя Будды. Сожалею. Но при чем здесь я? Я не знаю, почему подозрения монахов пали на вас. Но, судя по фактам, это именно так. Тогда я должен встретиться с ними и объяснить. Не советую. Переубедить буддийских монахов – дело безнадежное. Этого не смог даже великий Конфуций. Видите ли, в чем дело? Для них не существует рациональной логики. А значит, не существует ни правил, ни морали, ни общественных ценностей. От них можно ожидать любой жестокости и несправедливости. Поэтому вам и вашим друзьям необходимо срочно покинуть Китай. Но почему я должен бежать? Я же не крал статую. Вы не понимаете, господин Шлиман. Что именно? Ваш слуга хотел показать нам трактир, где с вашей супругой так отвратительно обошлись. Но никакого трактира нет. На том месте всегда была лавка торговца шелком. Вот теперь я действительно не понимаю. По мнению монахов, весь мир — это только иллюзия, шутка смеющегося Будды. Но тот, у кого эта статуя, этой иллюзией может управлять. Послушайте, я не самый глупый человек. То, что вы рассказываете, не укладывается у меня в голове. Это потому, что вы европеец. Берегитесь! А? Чун Мин, сюда! Генрих, там что-то случилось? Где? Только что прибегал полицейский, как будто искал кого-то. Это они тренируются. Как здесь все странно и неприятно. Давай поскорее уедем. Можем, конечно. А как вы думаете? Если честно, мэтр, я не готов пережить все это еще раз. Василий? Я как все, Генрих Эрнестович. Но ведь и вы не хотели здесь надолго останавливаться. Хотели ехать дальше, смотреть стену. Тем более, раз такие дела творятся. Кто-то именно этого и добивается. Если мы бросимся бежать, то наверняка послужим его планам. Ты кого-то подозреваешь? О, боже мой. Это она. Вы о ком? Не оборачивайтесь. Там, у входа, та самая девушка Юй. Василий,
Обожди, девушка, и не вздумай бежать. Привет. Как поживает рыбка? Юй, послушай. Я не виновата. Я не сержусь. Почти. Но ты должна мне кое-что объяснить. Эй! Полетели! Давай, давай, давай! Эй! Я боялась, что они тебя убили. Я хотела узнать, жив ли ты. Юй! Может, скажешь, наконец, кто заставил тебя это сделать? Я не могу сказать. Это очень важный господин. Его люди повсюду. Ну, если он узнает... Все, у нас катастрофа. Юй, держись. Холодно. Ну, откуда он узнает? Смотри, здесь же никого нет. Только ты и я. Впечатляет. Это все? Нет, это только первое действие. О. Представление будет продолжаться и закончится где-то около 6. Но ведь сейчас уже... Около 6 утра. О-о-о. Не волнуйся, дорогая, мы не будем смотреть до конца. Господин Шлиман, я же просил вас не выходить из гостиницы. Я не могу гарантировать вашу безопасность. Так вы и в гостинице не можете. Но там я все же выставил охрану. Дело в том, господин Йонг, что у меня не будет другой возможности посетить ваш замечательный театр. Потому что я покидаю Линчжоу. Очень правильно. Мудрое решение, господин Шлиман. Я направлюсь прямо в Пекин. К моему другу, американскому консулу, он меня уже давно приглашал. Нет, господин Шлиман. Вам нужно уехать из Китая. Поймите это, наконец. Сначала я расскажу консулу о тех безобразиях, которые здесь творятся, и о покушениях на нашу жизнь. Господин Шлиман, вы несправедливы. Я как мог, пытался их предотвратить. А мне кажется, это все организовали вы, господин Йонг. Я спас вам жизнь. Перестаньте, хватит ломать комедию. Именно вы похитили Будду. Но опасались, что монахи будут его искать. Поэтому вы украли его в день моего приезда. Вы решили, коллекционер, к тому же иностранец, вызовет подозрения, и монахи пойдут по ложному следу. Но чтобы все выглядело убедительно, я должен был незамедлительно бежать за пределы китайской стены. Поэтому вы решили напугать меня и моих друзей вашими инсценировками, выказав при этом, надо сказать, весьма вульгарный вкус. Вы жестоко ошибаетесь, господин Шлиман. Пускай консул разбирается, ошибаюсь я или нет. Компетенция консула ограничена.
Мы все-таки в Китае, а не в Америке. Впрочем, если сегодня Будда окажется у меня, я не стану тревожить консула. У него хватает дел и без нас с вами. А теперь оставьте меня, пожалуйста. Мне хотелось бы до конца досмотреть представление. Думаешь, он там, дорогой? Сейчас узнаем. Вот он. Смеющийся Будда. Реликвия китайских монахов. Магическая статуэтка, дающая, по преданию, власть над миром. Что такое? Они издеваются надо мной? А что опять не так, дорогой? А в чем дело, Мотор? Взгляните сами. Нет. Я разгадаю эту китайскую головоломку. Приятно видеть вас, господин Шлиман. А где господин Ляо? Имя — это только звук, господин Шлиман. Будда вернулся. Вы мне можете объяснить, почему здесь в Китае все упорно пытаются меня обмануть? И вы тоже. О каком обмане вы говорите? Я не знаток китайской резьбы по дереву. Но для меня абсолютно очевидно, что вашему Будде 50, но от силы 100 лет. Ведь никак не 2000. Это подделка, и я полагаю, вам это хорошо известно. Смеющийся Будда – это не статуэтка. Мы называем так состояние просветления, которого достигает монах после многих лет медитации. Окружающий нас мир – иллюзия. Наши братья обретают абсолютную власть над своими желаниями и помыслами. Подождите, вы хотите сказать, что речь идет не о власти над миром, а о власти человека над самим собой? Над миром, который внутри нас. Но всегда находится корыстный глупец, желающий похитить у монахов их секреты. Поэтому уже очень давно, задолго до императора Цинь, была придумана легенда про волшебную статуэтку. Время от времени ее кто-нибудь похищает, надеясь обрести небывалую власть. А деревянный Будда оказывается для этого бесполезным. Человек преодолевает стену из камня, но ему гораздо сложнее преодолеть свои заблуждения. Странно. Сезон дождей еще не начался, а у нас то ураган, то ливень. А я люблю дождь.
Он мне Россию напоминает. Это каким это образом? Понимаете, вот мы с вами по разным странам путешествуем, и все в них разное. И люди, и обычаи, и природа. А дождь, он везде одинаковый. Стучит себе и стучит, как дома. Да вы философ, Василий, не хуже китайских. Но вся беда в том, что еще пара таких ливней, и работы придется остановить. У нас в Рязани, поди, уже холодает. На Покров обычно первая позимь. А если на Покров снега нет, то и на Рождество не будет. Примета такая. Чего это ты, Василий, родные края вспомнил? Да я про них, Антуана, не забывал. Давно я уже по миру езжу. Стосковался. Дай бог, Генрих Эрнестович как-нибудь опять в Россию соберется. А если нет, он обещал меня отпустить. Ты что, нас бросаешь? Да я не насовсем. Как же вы без меня тогда? Да. Борщ у тебя отменный. Ладно, давай спать. Давай. Почта, сеньор. Газет? Да, сеньор. Про Шлимана? Про мерзавца. Нашел? Нет. Из Турции сообщают. Производя раскопки на берегу Дарданельского пролива, группа археологов обнаружила мраморную плиту изрядного размера. Археолог Генрих Шлиман датирует эту находку 9 веком до нашей эры. Чушь! Бездоказательно. Там была надпись, Марион? Рисунок. На плите стоял год выпуска? Да нет, вроде ничего такого здесь не сказано. Значит, не было. Марио, ну, а почему тогда 9 век? Ну, вот как он может утверждать? Послушайте, сеньор, я вас уверяю, у вас нет никаких оснований беспокоиться. Все очень просто. Генрих Шлиман нашел очередной бесполезный камень. Но я вам обещаю, больше он ничего не найдет. И его счастье, Марио, если не найдет. Потому что если найдет, то узнает. Какой сюрприз я ему приготовил. Вроде не зима еще, а дождь идет не переставая. Не говори, пакость. Павлос, Никодим, вы чего вылезли? А как нам копать? Все ж промок, Георгис. Земля тяжелая, как камень. А я что сделаю? Не нравится, уходи. Ты же сам слезы лил, что работа нужна. Я тебя сюда за руку не тянул. И тебя тоже. Работайте. Чего сели? Идем, Георгиус. Ну, не лаялся бы ты с ним, Павлос. Ну. Да пошел он к черту.
Я вот что думаю, Никодим. Он ведь нам деньги в большой палатке выдает. Ну? Так значит, там он их прячет. Соображаешь? Да не дури ты, Павлос. Нам атаман что сказал? Сидим смирно, копаем, что скажут, пока Шлиман золото не найдет. Да, да какое золото? Лепеху Валуи он там найдет. Да Шлиман не дурак, он не зря ищет. Надо просто смотреть в оба, и не дай бог нам с тобой проморгать золото. Пошли. Я удивлен, капитан. Вы до сих пор не поймали этого Тодороса Солоникиса. Мало того, что смутьян бежал из тюрьмы, он до сих пор водит полицию за нос. Тыл скрывается в долине Скамандара. Мы обыскиваем каждую деревню. У побережья дежурят патрульные лодки, ему от нас не уйти. В долине, вы сказали. Это там, где проходят раскопки. Надеюсь, они у вас под контролем. Да, господин губернатор. За археологом Шлиманом наблюдает опытный агент. Мы имеем перечень всех найденных предметов. Шлиману от нас утаить ничего не удастся. Это хорошо. Потому что ни один битый горшок, ни один ржавый гвоздь ему больше не принадлежит. Глупая птица, как она мне надоела. Да, но согласно Ферману, Шлиман должен отдать только половину найденного. Правила изменились. В Константинополе принят закон о национальном достоянии. Так что половину найденного Шлиман обязан отдать султану безвозмездно. А вторую половину ему разрешено продать по предложенной цене. Вывозить из Турции что-либо запрещено.